Инспекция по делам несовершеннолетних составила протокол на мать девочки, забравшейся вместе с приятелем на храм Александра Невского в центре Челябинска, пишет Интерфакс. По сведениям полиции, на крышу храма на Алом поле забрались 16-летняя школьница и ее знакомый 1992 года рождения. С обоими проведена профилактическая беседа. Маме несовершеннолетней паркурщицы придется заплатить штраф. Ее привлекли к ответственности по статье за ненадлежащее исполнение родителями обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Сумму штрафа определит районная комиссия по делам несовершеннолетних. Как сообщалось, молодые люди разместили в соцсетях видеоролик, на котором видно, как парень и девушка карабкаются вверх колокольни храма, помогая друг другу.